Итак, мое легкое пальтишко или длинная кофточка. По определению кардиган – это нечто с застежкой, но при этом без воротника. Хочу сказать, что мне нелегко далась симметрия на полочках и рукавах, а я именно так люблю подходить к вязанию из подобных ниток. Поэтому ниточки спокойно проживают в одной части моей квартиры, а пуговички совсем в другой. Когда мне не хочется резких контрастов между брюками и футболкой, я подбираю их в одной цветовой гамме, как, например, сейчас. Пока.